Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Светлана Рай на даче. Сегодня мы с вами сеем капусту. Капусту белокочанную, такую как менза. Так, капусту белокочанную мегатон F1. Капусту брокколи Цезарь. И давайте, дорогие друзья, приступим. Вот смотрите, здесь я уже замочила семена. Семена вот пролежали, в общем-то, сутки в эпине. И теперь мы с вами будем высеивать, сеять нашу капусту. Для этого я беру вот такой ящик большой. Здесь достаточно очень хороший питательный грунт, пухлый. Вот какой он замечательный. Посмотрите. Вот. Теперь мы здесь сделаем бороздки и будем проливать. Вот я уже сделала бороздки. Так. И вот здесь в чайнике у меня раствор эпина и фитоспорина. И мы хорошенечко все проливаем. Каждую бороздку. Вот так, не жалея, как следует. Дорогие друзья, вот мы пролили наши бороздки. Сейчас впиталась вода. Хорошенечко вот так еще я земельку утрамбую. Вот. Вот так. Теперь мы будем раскладывать капусту, семена капусты. Ну вот, друзья мои, наша вода впиталась хорошенько. Сейчас я вот ложечкой еще так вот как следует утрамбую бороздки. Вот так. Отлично. Так. И теперь раскладываем нашу капусту. Вот берем семечко. Так. Придется руками. И вот так по одному семечку раскладываем. Никак не хочет. Вот. На некотором расстоянии. Обязательно, чтобы нам потом эту капусту не прореживать. Вот так. Сейчас попробую вот так с ложечки. Вот так. Вот так мы разложили. Так, раз, два, три, четыре, пять. 5 в одну лунку. Так. С 2. Так. 3. Они полежали, наши семена, напитались эпином. И теперь, я думаю, замечательно проклюнутся и взойдут. Так. Что-то куда-то они у меня делись. Так, ну и все. Здесь только 3.
Столько у нас получилось. Раз, два, три, 8 штук. Ну, а теперь будем раскладывать тогда мензу. Так, и вот сюда мензу. Вот так, дорогие друзья. И у нас получится 3 рядка белокочанной капусты. И нам не надо будет ее прореживать. Она должна у нас хорошо зайти. Вот. Вот так вот. Так, ну и здесь, наверное, вот еще вот с запасом посадим еще вот 2 семечка. Вот сюда куда-нибудь воткнем. Так, раз, два. Так, ну и вот 3. Вот. Здесь будем знать, что менза. Так, и теперь, дорогие друзья, мы с вами посеем капусту Цезарь. Капусту брокколи Цезарь. Эти семена я не замачивала. Вы знаете, она всегда прекрасно прорастает. Вот 2. Прямо вот так подсеваю. Потом я ее прорудую всю. Вот так вот. Вот и все. И сделали мы с вами посев. А теперь это надо все присыпать пушистым грунтом. Ну вот, дорогие друзья, теперь беру я вот такой пушистый грунт. Вот. И вот так просто-просто присыпаю нашу капусточку. Вот так. Вот так вот. Замечательно ее засыпаем. Пусть наша капусточка прорастает. Поливать мы больше не будем. Ей достаточно этой влаги. Вот так. И брокколи тоже. Отлично. И сейчас мы закроем все это пленкой. И поставим на улице в парничок. И наша капусточка скоро взойдет. Вот так, дорогие друзья, вот такой посев. Очень быстро и очень хорошо. Самое главное, дорогие друзья, замочите капусту в эпине. Пролейте грунт фитоспорином с эпином вместе хорошенечко. И чтобы у вас грунт был питательный и достаточно рыхлый, с песочком. Тогда капуста ваша прорастет без проблем, дорогие друзья. Ну вот, дорогие друзья, на этом мы сегодня с вами посеяли капусту менза, капусту мегатон и капусту Цезарь брокколи. На этом я свое видео заканчиваю, дорогие друзья. Ставьте лайки, если понравилось видео. Подписывайтесь на мой канал. Всем всего доброго. Пока-пока. До скорых встреч.